Святого Валентина дать возможность каждому жителю этого города признаться в любви своей второй половинки с помощью радио. Люди пишут пожелания в любви, бросают их в контейнер, а мы потом в вечернем эфире все эти признания читаем и, соответственно, праздник любви по всему городу. В реализуемый проект Love Radio в честь Дня Святого Валентина, и авиакомпания «Сахалинский авиатор» с удовольствием вручит приз самой достойной паре, которая позаботилась о том, чтобы Валентинка пришла строго по адресу. У нас есть ровно сейчас для того, чтобы выбрать 10 самых лучших, и обязательно призы получат самые достойные. Друзья, еще раз напоминаю, все, кто слышит свои валентинки здесь, в прямом эфире, вы становитесь счастливыми людьми, которые будут приглашены на вечеринку Love Radio Night, которая пройдет 18 февраля в ночном клубе Infinity. Есть у вас шанс выиграть призы от нашей радиостанции, от партнеров нашего проекта и, естественно, призы от авиакомпании SAT.